Девушка, чего вы так переживаете? Прямо так переживаете, как будто это вы организаторы. Я живу в Балаково, мне вот это нафиг не надо. У меня знакомые. А вы не задумывались, что вы впариваете бабушкам своим же, которые живут в Балаково? Вот эту обувь, вот она. Я не отвечаю. Вот она купит. Вот смотрите, вот она купит за 5000 обувь. Она мне развалится через неделю. Мне сказали, что натуральнее. А вы ее продали. И она будет вам ей смотреть в глаза. Еще раз говорю, я не отличаю вообще. Ну а зачем вы тогда пошли работать, если вы не отличаетесь? Даже визуально вижу. Дешманский дерматин. У вас везде написано натуральный. Бьется, не натуральный. Ну даже по-честному знаку бьется по-другому. Хотя честный знак у вас переклеенный, наклейки поверх стоят. Где-то содранные, где-то поверх наклейки. То же самое продается в одевать с ценниками раза в 2-3 дешевле. Ну, любая одевайка. Гринхаус, где у нас еще есть? На Ленине. Вот точно такая же обувь. Только цена не 4900, а 1800 там будет стоить. Прикол в чем? Прикол в том, что на китайской обувь продается под видом белорусов. Еще в космическом центре. Это, вот я вам договора все показала. Я материально ответственное лицо. Это на моей ответственности. Как тогда меня вместе изымаете, арестовываете, я не знаю, делайте, что хотите. Мы пробиваем вот данную обувь, она у вас написана комбинированная. А на упаковках то, что это натуральная кожа, это соответствие. Вы мне почему это говорите? Разговариваете потому что с моим вы начальством меня, потому сейчас? Что вы меня спрашиваете, я вам сейчас поэтому и говорю. Сейчас с моим начальством разговариваете, вот. Обсуждаете. На основании закона о полиции мы имеем полное право изъять у вас данную продукцию. Вы мой договор видели, материально ответственность. Я ответственна перед какой этим договором. Какой договор? Который без подписи дали? Где? В доверенности у вас подпись есть. Доверенность у него на руках, смотрите. Вот. Что? Это на аренду помещений. С этим никаких вопросов. Вот она доверенность, если я найду. Изымать я вам не дам, еще раз говорю. Тогда меня закрываете. Где здесь подпись? Где здесь печать организации? Это что? Это просто бумага. У него все подписано есть. Я не знаю. Общайтесь с ними, он вам все скинет. Я вам еще раз говорю. Вот мой договор материальной ответственности. Подписанный и им, и мной. У вас никто это не похищает. У вас это официально изымают. Ну что, даже официально, значит, меня тоже арестовываете. Официально. Да. Я вам еще раз говорю, вот вы показываете доверенность. Это что за... Это просто бумага. На ней ни подписи, ни печати никакой. Я вам сейчас пойду, через 15 минут точно такую же бумагу принесу. Только это будет на мое имя. Так, а вот эти вот одинаковые? Ну, сейчас поймем, как вас зовут? Динара, вот эти одинаковые?